Меня всегда спрашивают: Лада, как вы угадываете, что подойдет нашим прекрасным женщинам? Я говорю: на интуиции. С вами, как всегда, Лада Кройтер и «Другой взгляд». У нас сегодня в гостях прекрасная Ангелина. Ангелина со своей историей, она пришла буквально вчера, да, Ангелин? Буквально вчера и сказала, говорит: Лад, я хочу, чтобы у меня все было по-новому. И она к этому делает шаги. Ну, в этом мы сегодня ей поможем, и она расскажет нам сегодня очень много что интересного, да, Ангелин? И наша любимая Мария. Машуль, сколько мы знакомы? А я очень пыталась вспомнить, лет 5 точно, может даже. Сегодня мы вообще сделаем все по-новому, потому что знаю Марию, чем она увлекается, какой у нее образ жизни, какое у нее настроение и какая она сама по себе. Будет мне гораздо проще создать ей новый образ. Ангелина, расскажи, пожалуйста, что вообще с твоими волосами происходило и происходит. Я-то знаю, просто наши зрители не знают. А я была русая, но потом в какой-то прекрасный момент, это был 3 класс, мы решили... Она встретила подругу Хну! Волосы именно Хной. У Ангелины раньше просто волосы были гораздо длиннее. Вот, она решила: все, меняю все. Вот, поэтому она их сделала покороче. Когда у нее были вот такие волосы, и сейчас, для нее это уже не будет так страшно. Не переживай. Но это не значит, что я прям люблю короткие стрижки. Я всегда говорю, что на женщинах интереснее смотрятся длинные волосы, да, на девушках, потому что они более женственные. Но в нашем случае с Ангелиной ей подойдет больше всего тот новый образ, который мы придумали. Что мы будем делать, Ангелине? Наши прекрасные волосы мы украсим волной. Именно будут они волнистые, шелковистые. Но у Ангелины просто есть сомнения, но я знаю, что это в данный момент для нее необходимо. Здесь у нас, как вы можете заметить, прекрасные такие соломенные цвета. Но так как весна, нужно добавлять ярких акцентов. Именно акцентов они полностью одевают. Я уверена 100%, что для каждого мы подберем все самое необходимое. Так как у Марии тонкие волосы, мы будем использовать новый краситель. Он не содержит аммиака, она 100% закрашивает седину. Превосходное сияние волос при любом освещении. Как вы можете заметить, да, у нас очень интересное разделение. Это будет очень сильно нам помогать в нанесении цветов. Если вы посмотрите сюда, здесь очень такая яркая весенняя палитра. Насколько я смело подхожу именно к данной работе, да, вы можете сами это увидеть по цвету. Но в конце вы увидите, насколько это все мягко и гармонично сочетается именно с Марией. Расскажи, что меняется в тебе с новой прической? С новой прической у меня меняется жизнь, наверное, в какой-то степени меняется. Я становлюсь либо там смелее, либо какие-то новые качества, в общем-то, приобретаю, наверное. Ангелина, расскажи свои ощущения, вот то, что сейчас с тобой происходит, как ты спала эту ночь, ну, прежде чем к нам прийти. Ощущение какой-то легкости, хорошего настроения. Причем с утра, я думала, будет солнышко нас не посетило. Но оно тут же появилось в душе, как только я пришла. Красно. Доверилась на 100%. Мне очень нравится то, что я ощущаю себя барашком. Вас сегодня ждет сюрприз, потому что мы не только оденем ваши волосы, да, и придадим вам новый образ, но мы его закончим, и в скором времени мы поедем в гости к Паше.
Создали мы прекрасную форму, сделали прекрасную текстуру. Это прекрасные легкие именно волны, а не кудри. Потом мы выровняли, сделали красивый благородный цвет. Мы придали новую форму, и Ангелина, я так думаю, что с нетерпением хочет себя увидеть в зеркале. Ну? Ну, я вообще другая. Ну, конечно. Если мы все начинаем с нового листа, почему бы и нет? Как тебе длина? Очень коротко. Очень коротко. Дальше. Цвет. Все нравится. Мне нравятся глаза, мне нравятся брови, мне нравится новый цвет. Ну, а выбор уже за тобой, Маша. Потому что, знаешь, сегодня на самом деле все новое. Такого цвета мы не делаем. Но я не знаю почему, да, но у всех реакции, конечно, разные. Ученики. Класс. Ну смотри, здесь на самом деле все очень просто, да? Если на эту сторону у тебя будет более так приглушенный, если ты будешь делать на эту сторону, он будет более яркий. Ну сейчас еще все. Талантище! Сейчас это все еще подчеркнем в одежде. Так что Паша нас ждет. У-у-у, да. С одеждой-то я чувствую тут разгуляться теперь, ой-ой. Поэтому, если вы хотите так же прекрасно выглядеть, подготовьте себя. Мы вам в этом поможем с большим удовольствием. Неважно, какая у вас фигура и сколько вам лет, бутик HC и я, Павел Рябинин, всегда вам помогут создать нужный образ. А пока мы ждем наших гостей, я вам расскажу о тех комплектах, которые я им подобрал. Первый комплект – это такая телесного оттенка юбка плиссированная, которая добавит образу женственности. И к этому комплекту я бы добавил джинсовую куртку, отделанную такой цепочкой, которая добавила бы образу большей элегантности. И к этому комплекту также идет вот такая вот сумка. Цепочки, которые будут повторяться, пересекаться с цепочками на джинсовой куртке. В основе второго комплекта лежит такая яркая блузка с таким ярким цветочным принтом, который очень актуален в этом сезоне. К нему идет такие нейтрального оттенка брюки и дополнится такой вот яркой оранжевой сумкой. Один из главных трендов этого сезона. А будем надеяться на то, что нашим героиням понравится мой выбор, и они по достоинству оценят те комплекты, которые нам сегодня предоставил бутик HC. Давайте возьмем за традицию встречаться в одном и том же месте, в нашем бутике HC. Девочки, сейчас я вас познакомлю с прекрасным человеком, главным редактором глянцевого журнала и нашим стилистом Павлом Рябининым. Ну что, вы готовы примерить на себя новые образы? Да. Тогда идем и меряем. Ангелина, это тебе твой комплект. Матерь Божья, Ангелина. Так, Маша, это тебе. Ну все, нас коралловы преследуют везде. Давайте быстрее, мы вас ждем. Скажи мне, пожалуйста, ты представлял, что я Ангелине сделаю такую прическу? Нет. Ну ты прям вот с нарядом просто угадал. Это настолько мягкое, настолько женственное. Оп. Паш, расскажи, что сейчас актуально, модные направления, цветовая гамма, сочетаемые, несочетаемые. Просто серьезно, нашим зрительницам очень это интересно. Ну вот смотри, как раз мы сейчас разберем на примере вот таких вот замечательных брюк. Эти брюки имеют такой очень классный, конечно, модный в этом сезоне принт. Мелкий повторяющийся рисунок – это очень актуально в этом сезоне. Как это сочетать? Просто вещи с таким ярким активным рисунком желательно дополнять однотонными вещами, чтобы образ был законченным и полноценным. Паш, смотри, по поводу что-то классического, да, направления для женщин, которые выходят там, в свет, я не знаю. Смотри, как раз, здесь классическое платье-футляр, здесь женственности добавляют черное кружево на белом фоне, и вот такая очень актуальная баска, она всегда любой фигуре добавит женственности, и это очень актуально в этом сезоне. Ну и мне кажется, хорошо это платье, да, очертание фигуры, наверное, да? Очертания становятся очень женственными. И это очень красиво. Паш, смотри, я вот люблю стиль такой, да, casual. То есть
я люблю скучные сапоги, юбки, что-то такое более свободное. Насколько это будет актуально в этом сезоне? Это актуально в этом сезоне, и в бутике как раз представлен целая линейка вещей в стиле casual. Помимо того, что они очень таких практичных цветов, из очень благородных тканей, и они актуальны тем, что, вот, допустим, эта юбка имеет асимметричный подол, это очень актуально, практически все вещи в этом сезоне имеют такую асимметрию, начиная от топов, рубашек, кофт. И в дополнение к этому, допустим, такую юбку дополнит вот такой вот ветровкой, получится очень стильный образ в стиле casual. Ну, мне бы даже хотелось уже такое померить. Паш, спасибо за прекрасный мастер-класс, потому что для каждой девушки и женщины, да, это очень важно. И лучше один раз прийти к профессионалу, который именно покажет, что и с чем сочетается. Да, Паш? Да. А благодаря бутику HC вы всегда будете на волне. Паш, на самом деле ты меня удивляешь. Вот я ни разу не видела, чтобы так именно работали. Во всех программах, да, ты меня поражаешь прям на 100%. Я хотела сказать, успеваем ли мы за модными тенденциями, что происходит в мире мод? Ну, конечно, с бутиком HC мы всегда идем в ногу со временем, и покупательница этого бутика всегда отвечает последним трендам. Давай посмотрим. Давай. Девочки! Та-та-ра. Комфортно вам в новых образах? На больничке осталось только встретиться снова. Вы знаете, вот сколько бы я бы здесь ни была в этом магазине, да, меня вполне все устраивает. Вот самое главное, насколько вы себя комфортно сейчас чувствуете? Очень комфортная одежда, красивая. Все хочется сюда вернуться. Опять-таки с новым стилем. Мы очень рады, что вам все понравилось. Мы будем вас всегда радовать и всегда вас ждем. Мы всегда вас рады видеть в нашем прекрасном бутике HC. С вами, как всегда, Лада Кройтер и Павел Рябинин. До встречи через неделю. Только в нашей студии сбываются все ваши мечты. Вадик, наверное, опять подложит такую музыку, знаешь, как на похоронах. Там, там, да, та-дам. Нет, самое страшное. И он еще, вы не представляете, он еще муха, я забыла. Надо добавить корицы, надо добавить бадьяну, что-нибудь такого добавить восточного, чтобы все мужчины лежали твоих ног. Точно. На прекрасный цвет волос и новые прически. И еще все зависит. Оп. Нас снимают. Скрытая камера.